Может, подразним их? Что скажешь, Вилли? Хорошая мысль. Привет, я здесь, джентльмены, я здесь. Зачини и огонь! Помогите! У них пушки! Помогите! У них пушки! А я здесь, поймайте меня. Ой, помогите! Еще! Быстрее! Очень хорошо, давайте! В первых рядах, чего вы ждете? В атаку! Я должен скорее спрятаться. Сюда, Курт! Наконец-то! Ай! Ой-ой-ой, что такое? Помогите! Мы уже здесь! Правильно, покажите им, кто здесь главный. Вы меня слышите? Я сказала, откройте. Я не могу открыть дверь без разрешения короля. Но Кэти очень больна. Что? Так больно. Теперь или никогда. Стойте, вернитесь, обманщицы. Давай скорее, Текла, где сети? Никогда не встречал таких глупых ос. Мы здесь. Простите. Итак, вы готовы к новой атаке? Что с вами такое? Не можете справиться с несколькими насекомыми? Проснитесь! Держите строй! Цельтесь хорошо, чтобы не промахнуться. И помните, не надо волноваться. Теперь преимущество у нас. Еще. 22, 23. Приготовиться к атаке. Но помните, ничего не делать, пока не дам приказ. Подожди, отец. Кэти, ты что тут делаешь? Отец, пожалуйста, не атакуй их. Я умоляю. Они вам не враги, ваше величество. Молчать. Я сказал приготовиться к атаке. А вот и Майя с Кэти. И обе целы, как хорошо. Флип, вы меня слышите? Не стреляйте! Не стрелять! Но они атакуют! Если вы сейчас же не отпустите мою дочь, вам точно не поздоровится! Нет, отец, умоляю! Пожалуйста, не надо! Это друзья Майи, и они только хотят освободить ее! Пожалуйста, отец, успокойся! Конечно, мы беспокоились не только о Майи, но и о принцессе. Почему вы так беспокоились о принцессе, а? Мы слышали, что вы запираете ее в комнате. Разве это необходимо? Скажите, вы честно думаете, что добьетесь чего-то? Наверное, нам всем нужно уладить наше разногласие. Почему бы и нет? Мы со всеми дружим и прекрасно ладим с соседями, если они не создают нам никаких проблем.